Украина увеличила автопроизводство. За первый месяц 2018 года в Украине были произведены 570 автотранспортных средств. Среди них 479 штук – легковые автомобили, 32 коммерческих авто и 59 автобусов. Украинские автопредприятия в январе 2018 года произвели 570 автотранспортных средств, что на 44,7% больше, чем за январь 2017 года. В том числе производство легковых автомобилей возросло на 59,7%, до 479 штук, сообщается на сайте Укравтопрома. Согласно предварительным данным ассоциации, все легковые автомобили, как и в прошлогоднем январе, произведены Чаевракар. В то же время производство коммерческих автомобилей сократилось на 45,8%, до 32 ЕТ. Без учета данных Чаевтокрас, а выпуск автобусов вырос на 68,6%, до 59 ЕТ. Лидером в общем автопроизводстве остается выпускающий автомобили Skoda Evrocar, на второй позиции со значительным отрывом Запорожский автозавод, который в январе легковые авто не выпускал, но произвел 30 коммерческих авто, против 59 ЕТ, в январе 2017, и 7 автобусов, против 2. Напомним, в 2017 году в Украине произвели 8586 автотранспортных средств, что на 63,1% больше, чем годом ранее. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Team Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.